Mon sport négro. Normal. Tu sais, Sonny Boys. Ladies and gentlemen, he's back. You know, DMSO. Vu pour la patrie, vu pour la guerre, vu pour les armes, vu pour les rêves. Fight ceux qui suivent, messieurs. Fight, on a les beats, à la Guevara, on s'en débarrasse comme les sols. On a un beat. Merci pour les investisseurs. C'est le moment propice ou jamais pour revenir à la Tunisie maintenant. Что касается инвесторов или un pays stable. Бизнесменов, я думаю, что как раз сейчас настал тот момент, когда им следует уезжать в Тунис. Процесс демократизации демократический процесс совершенно четко обозначен, и он продолжает свое развитие. Peut-être more or less, je peux affirmer. Может быть, в той или иной степени я смогу que... Les élections tunisiennes du 23 octobre. Что выборы, которые имели место в Тунисе 23 октября, sont peut-être les seuls transparents. Это были единственные выборы, которые можно назвать прозрачными. Selon les règles de la démocratie, avec abstraction. То есть эти выборы были проведены в демократическом ключе, и по этому вопросу можно полностью абстрагироваться. Donc, c'est le moment propice ou jamais. То есть сейчас или никогда, это самый благоприятный момент. Parce que vous n'allez pas trouver les messieurs qu'on appelle 5% ou bien 10% ou bien 15%. Потому что не следует искать выгоду 5% или 10%. Pour 23 ans, nous avons eu ce problème de corruption systémique. Дело в том, что последние 23 года в стране действительно была такая проблема, которая называется коррупцией. Maintenant, on est en train de préparer проблема систематическая. Tous les outils, les instruments, les mécanismes nécessaires. И сейчас мы разрабатываем все необходимые механизмы и способы pour lutter contre la corruption. С тем, чтобы побороть коррупцию. Peur de corruption, ils ne veulent pas venir. Конечно, многие инвесторы, бизнесмены опасаются коррупции и не хотят работать с Тунисом. Et on a déjà un ministre délégué auprès du premier ministre. У нас есть министр, целый пост министерский, который работает, является непосредственно премьер-министром, который занимается вопросами. Chargé de la gouvernance et lutte. Et la lutte contre la corruption. Который как раз занимается вопросами борьбы против коррупции. Ça, c'est un signe. Это является отличительной чертой, знаком. Et message politique, social et économique. Также определенным посланием социальным, экономическим и политическим всем инвесторам. Et c'est un signal rassurant. Я думаю, что это тот знак, который должен убедить инвесторов. Et de toute façon, on a des mesures d'encouragement pour les investisseurs. У нас есть разработан целый ряд мер, которые способствуют привлечению, в страну иностранных капиталов. Например, вопросы налогообложения. Были разработаны определенные меры. Et il y a plusieurs règles dans la loi tunisienne. Кроме того, есть определенные нормы, установленные в законодательстве Туниса. Pour protéger les investisseurs. С тем, чтобы обеспечить надежную защиту иностранным инвесторам. L'essentiel, c'est qu'ils doivent faire le show up dans la Tunisie. Но самое главное это то, что инвесторы должны прийти и увидеть и убедиться в этом. Et j'invite les investisseurs russes à devenir ou bien à être des témoins réels стать реальными свидетелями de la situation. Той ситуации, которая складывается в Тунисе. Vous avez déjà un très bon témoin. У вас уже есть замечательный свидетель непосредственной ситуации, которая имеет место в Тунисе. Qui est un journaliste. Это журналист. Et nous, dans l'anthropologie, on appelle le journaliste
И у нас так считается в Тунисе, что журналист le bon indicateur social. Является самым главным социальным индикатором или показателем социального положения в стране. Спасибо. Merci. Спасибо. Коллеги, еще вопросы, да? Ну, пожалуйста. Есть даты, которым готовятся заранее? Il existe toujours des dates auxquelles il faut se préparer à l'avance. В 20 километрах от Хамамета стоят зажженные танки. Il y a à peu près à 20 km de Mamamet, il y a les chars brûlés. Вторая мировая война. C'est la deuxième guerre mondiale, n'est-ce pas? Oui. Я надеюсь, что когда-нибудь там сделают мемориал. Qu'un jour on en fera un musée. По всему Тунису. Et кладбище. Partout en Tunisie, il y a des cimetières. Военные. Des cimetières militaires. И там не только союзники похоронены, но и тунисцы, и русские парни. Il y a des alliés de la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a les Tunisiens et les Russes, tous ensemble. Как Тунис будет отмечать? Comment la Tunisie pense fêter le 60e anniversaire des alliés, de la pression des alliés en Afrique du Nord? Разгром фашистов. La défaite, в мае. La défaite des nazis следующего года. En mai. Итак, c'est donc pour l'année prochaine. 70-летие событий приближается. Et alors, cette 70e anniversaire s'approche. И в том числе, qu'est-ce que vous pensez faire? Первый парад победы состоялся на тунисской земле. Et alors, c'est la première parade de la victoire a bien eu lieu sur la terre de la Tunisie, n'est-ce pas? Май 43-го года. C'était en mai 1943. Как Тунис готовится? Qu'est-ce que, comment la Tunisie s'y prépare? Merci d'abord. Благодарю вас за то, что вы le 20 mars. 2013. Итак, 20 марта 2013 года, 20 марта 2013 года. Seront les élections parlementaires, législatives et présidentielles. У нас намечены выборы, парламентские, одновременно парламентские и президентские выборы. Donc on doit gagner les élections. И нам ничего не остается, как выиграть эти выборы. Mais j'en suis sûr que le ministre de la défense. Я абсолютно убежден в том, что министр который не является членом какой-либо политической партии в Тунисе. Est en train de préparer. Сейчас занимается как раз тем, что готовит празднование этих событий. Le plan d'action nécessaire. То есть необходимый план действий. Pour ces festivités. Для того, чтобы организовать достойную встречу, празднование этих событий. Je dois retenir l'idée. Я также должен отметить саму идею. De construire musée pour la deuxième guerre mondiale. Построить музей Второй мировой войны. Reste monsieur l'ambassadeur à noter ça et nous. Я думаю, что господин посол отметит у себя необходимость. Monsieur notre ami, думаю, il parle d'une fida, et de, du nord, disons, mais on a un musée de mer. Donc, si c'est possible, on va personnellement, je vais parler à Monsieur le ministre de la Défense. Si, я буду обсуждать этот вопрос с господином министром обороны. С тем, чтобы, возможно, привезти туда, вот на север Туниса, где уже есть морской музей, привезти туда эти танки и организовать определенную выставку, посвященную Второй мировой войне.